Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области представляет вашему вниманию правила безопасности при землетрясении. Как подготовиться к землетрясению? Заранее продумайте план действий, держите в удобном месте документы, деньги и предметы первой необходимости. Знайте место сбора и порядок эвакуации. Как действовать во время землетрясения? Быстро выйдите из здания. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других. Если вы вынуждены остались в помещении, то встаньте в безопасном месте. Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками. При утечке газа возможен пожар. Как действовать после землетрясения? Включите радиотрансляцию, подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями.